Всем привет, друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем проходить игру Tower Conquest. Начнем с тренировки и заберем, наверное, всех наших бойцов. Хорошим тут уже прохлаждаться. Пора, как говорится, вступить в бой и показать. Ага, и показать, на что мы способны. Так, давайте-ка квесты заберем. Загляни к другу. Заглянули уже. Так, что у нас тут? На арене, да, заберем свой ревард. 24 карточки, это у нас база друидки. И давай посмотрим, что нам выпадет из сундука. Ага, смотри-ка. Терракотовый воин, да, у нас робот с бомбой. Ну и вот этот крестьянин плюс башня. Вот деньги, деньги — это хорошо. Так, ну что, у нас идет подключение, поиск противника. Естественно, ребят, мы с вами сразу же сделаем очередной бой. 74, 76 и 75 уровень у противника нашего. Я думаю, что для нас не составит огромного труда здесь всех их забомбить. Потому что мы 91 уровень. Все у нас должно быть здесь на изи. Поехали. Так, кстати, там у нас еще испытание ежедневное. Но посмотрим попозже, что там у нас, кто будет даваться за выигрыш. И стоит ли вообще там выступать. Так, у нас идет голем. Ну что, големчик, придется, наверное, с тобой разобраться с помощью, да, нашего паладина. Паладин, ну-ка. Отлично, а если я еще вот так сделаю? Ой, как красиво, смотри. Ты посмотри, ребята, он даже пикнуть не успевает. Так, дай-ка я, наверное, вот так, если мы сделаем. Да, он тоже начинает, ребят, применять молнии. Кстати, вы заметили, что на 74 уровне, если банши погибает, она не выпускает своих вот этих вот головастиков. Ага, тут даже пришелец не может ни одного из нашего бойца просто переманить на свою сторону. Так что, ребята, первое место, как всегда, и надеюсь, оно останется. И мы еще с вами, наверное, может быть, пару серий пополучаем все-таки хороший ревард. Так, переходим в ежедневное испытание. И у нас маг-рыцарь. Ну, ребят, он мне на самом деле не нужен. Вы знаете, что он у меня прокачан по полной программе. Единственное, что можно заработать себе немножко опыта и, соответственно, денег. Давайте посмотрим, кого мне тут дадут. Мне дают на выбор все, что я захочу. Ладно. Давайте, ребята, я, пожалуй, приступлю. Пройду втихаря, да? Чтобы, как говорится, не... Не, давайте посмотрим. Посмотрим. Вдруг у меня не получится все, что как я хочу. А вам, наверное, будет интересно. Поехали. Так, давай, начнем по-тихому, ребят. Начнем по-тихому копить с вами, естественно, манду. И уже отсюда будем плясать. Так, у него башня, значит, он будет использовать, соответственно, фаербол. Так, фаербол, ладно. А мы, а у нас вообще офигенная, ребята, ульта будет. Просто будем бомбить сейчас всех налево и направо. Серьезно вам говорю. Воу-воу-воу-воу. Тоже маг-рыцарь пришел. А мы его вот так вот сейчас, хоп. Хоп, опа, 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 ты куда разогнался, эй, бродяга? Ну-ка, давай-ка, назад. Твое место знаешь где? На том свете. Так, давайте, ребята, будем продвигаться дальше. И выпускаем, естественно, на поле боя баллисту. А, блин, ну противник не такой простой, смотрите. Приходится немножко помурыжиться здесь. Ай-яй-яй-яй-яй, неужели баллисте... Нет, он должен выжить, он жить должен у меня, ребят. Конечно же, вот так вот, вот оно. Вот он пошел, прогресс. Прогресс, процесс и все остальное. Так, а если я вот так заряжу ему? Ну, Джаггернаут, ну хорош прикидываться. Ты нашел время отдыхать. Прикинулся, да? Типа, я здесь не при делах. И лег отдохнуть. Ладно, ребята, мы с вами получаем 23 карточки и, соответственно, опыт. Но мне бы вот хотелось бы, чтобы вот этот вот излишек карточки, который у нас есть, да? Чтобы вот как в черепашках ниндзя легенды, его можно было бы хотя бы, ну, на деньги обменять. Да? Или на опыт. Ну, на что-нибудь, потому что в данный момент они у нас просто лежат и киснут. Я не знаю, для чего, для запаса. Может быть, рано или поздно здесь добавят еще какой-нибудь уровень, в чем я очень сильно сомневаюсь. Максимальный, мне сказали, это 100. Вряд ли они будут прокачивать, делать до 150. Вряд ли. Потому что игра уже на таком левле не один год висит. И... Ну, хотя, ребят, вы помните, да, в том году они добавили нам новую фракцию. Точнее, не новую фракцию, а новых юнитов. И, опять же, за нежить. Хотелось бы, конечно, увидеть каких-нибудь новых юнитов за, например, за тех же самых захватчиков. А почему бы и нет? Было бы очень классно. Так, тихо, подожди-ка, что-то у нас, ребят, разладушка какая-то пошла здесь. А ну-ка давай, оп.
Оп. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, бродяга. Молодец, высунул, как говорится, свой нос, за что и получил. Так, давайте-ка мы вызовем мага-воина и... Ну, естественно, баллисту, наверное, я так понимаю. Да? Давайте через баллисту работать. Будем именно через него работать. Так, разбойник, опять ты здесь, ты меня нервируешь. Молодцы. Так, секундочку, а если я вот так сделаю? Хоп, хоп, хоп. И почему не хватило нам, ребята, заряда для того, чтобы изничтожить просто мага-воина, а? Почему не хватило, я не понимаю. В чем проблема вообще? Так, до ульты нам еще далеко, да? Давай Ронина попробуем призвать. Упс, молодец, Роня. Отлично, у тебя все получилось. Так, все, да ёпрсты. Я думал, что все, уже победа за нами. Но он выпускает в последний момент именно мага-воина. Ну, последний удар. Давай, отлично, ребят. Еще раз повторю, прохожу я этот лишь только для того, чтобы получить вот этот вот опыт. Ну и, соответственно, конечно же, денежку. А карточки мне не нужны. По факту, они не нужны, толку от них никакого. Так, ну что, давайте тогда еще последний бой отыграем, да, у нас все-таки три попытки. То есть и денежек заработаем. Так, давай сюда Ронина, рыцаря-мага и, ну, Джиггер. Слушай, а Джиггернаут в последнее время что-то меня немножко подрастраивает. Почему-то мне кажется, что его довольно быстро валят. И урон у него какой-то слабенький стал. Хотя, если бы его проапать, да, на фулочку, мне кажется, вот тогда бы он как бы получил второе дыхание. Он бы, наверное, воспрял бы и не понял, с какого перепуга здесь выходит в первую очередь вот этот вот аглоед, а? С чего это вдруг? Хм. Ладно, а если я вызову Ронина? Давай-давай-давай, Ронин, родной. Опс. Да, ну и урон, конечно, он нанес. Да посмотри. Ой-ой-ой, маленький вообще. Здорово, и фаербол еще тут зарядили. Вот так вот, будет знать паршивчик. Так, давай еще одного Ронина вызовем с вами. Ну куда? Ну вот куда вот он бежит, а? Вот непутевщина. Слушай, по-моему, здесь даже быстрее, ребят, мы справимся, чем в первых два раунда. Смотри, 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 что происходит. Сейчас запилякаем. Тынц, и все, отлично. Ну что ж, я рад, довольно быстро у нас все это получилось. И мы с вами двигаемся на основную сюжетную линию, ребята, естественно. Так, хорош, давай, успокаиваемся и смотрим. Так, битва, это все понятно. Кстати, по опыту я бы не сказал, что мы очень много прибавили. Так, бесплатно нам дают зомби с надгробием. Кстати, смотрите-ка, что мы можем с вами сделать. Мы можем замутить вот такую штуку. Ага, и все, и больше нам не хватает. Ладно, фиг с ним. Одного разика тоже достаточно. Так, у нас все прапано здесь. Да, ребята, давайте мы с вами будем уже проходить эти... Ага, у нас осталось, значит, роботов пройти полностью. И мы с вами застряли на захватчиках. Так, улитка, да? Улиточка. Значит, мы будем... Погоди-ка, где у меня... Ага, у меня, значит... У меня, значит, нет рыцаря здесь. Нет, так дело не пойдет, ребят. Мне придется, наверное, убирать здесь. А кого? Тигра? Нет, скорее всего, я уберу отсюда паладина. Из этого отряда нужно убрать, наверное, паладина. Блин, ну паладин, это же основа. Твою же маковку, а. Молотильщика, что ли, тогда придется убрать нам? Нет, ребят, я, наверное, все-таки лучше тогда уберу грифона все-таки. Я лучше уберу грифона именно для того, чтобы взять себе мечника. Там улитка, ребят, улитка. Улитка мне не даст спокойно пройти. Она будет врезаться. О, мечник-то, конечно же, выдержит. По-моему, два удара, да, улитки? И причем довольно быстро мы можем его вызывать. Вот смотрите, как это будет примерно выглядеть. Я не знаю, что она помчится. Вот буквально... Во-во-во-во-во. Это все та же самая, ребята, старая стратегия. Поэтому я ее уже выучил, так сказать, наизусть. Ого, что-то новенькое. Ёлки ты моталки. Блин, воблер еще тут, а? Не-не-не-не-не-не-не-не. Похитит, ведь похитит, ребят. Ну, конечно же, похитит. Давай попробуем сделать вот так вот. Так, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ты посмотри, ты посмотри. Ого!
Ты понял, сколько на тигре он здоровья отнял? Вот так-то, ребятушки, будете знать, блин. Блин, упадет. Ну, е! Солидно. Вот это... Блин, мечник. Похитили мечника. Но хорошо, что он его как не завербовал. Опять это летит. Фигня. Слушай, что так долго? Я не могу понять. Почему так долго все у нас происходит? Эй! Да опять этот лохматый вылетел, а? Достал уже, серьезно. Иди отсюда. Блин, заморозку сделаю я. Все. Я уже думал, сейчас весь отряд у меня сляжет. А практически так и получается. Смотрите, ребят. Сейчас кто-то отдуплится. Ну, ё-моё. Ну, именно паладина. Он еще и перевербовывает, ребята. Он его, смотрите. Ах ты ж... Ох ты! Ты что делаешь, эй, пришелец? Он... Ну, это уже, по-моему, борзота полнейшая, ребят. Это уже сверх нормы, ё-моё. А знаете, в чем проблема, оказывается? Я опять, как всегда, ребят, подтупливаю. Подтупливаю из-за чего? Потому что надо вызывать-то кого? Конечно же. Конечно же, ребят, друидку. Кто тут еще нам может с вами хорошо зайти? Ну, опомнился-то я поздно, на самом деле. Опоздно я опомнился, потому что уже 30, ребятушки, секунд осталось. И... Да. И все вот так вот у нас происходит. Ну, где там эти тотемы? Друидка, где твои тотемы? Я не могу понять. Который должен похищать и пришелец, и улитка, об которую должна врезаться. Не вижу я никаких тотемов здесь. Не, ребят, 14 секунд, я, короче, делаю ускорение. Естественно, мы здесь с вами сольемся. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Короче, сфейлились. Ладно, я переиграю этот уровень, но немножко другой командой, наверное, да? Придется это все сделать. Ну, победить-то мы здесь победим, это однозначно. Так, десница короля. Мы завершили с вами какой-то квест. Ну и все, и хана базе. Хана, ничего тут не сделать уже. В принципе, ему ничего делать и не надо. Все, что он хотел, он уже давно сделал. Подожди-ка, а мы, ребята, отхилились с вами, да? Ну-ка, раз. Два. А, причем здесь отхилились? У нас же по времени фейл. А не из-за того, что мы повреждения получили по базе. Так, ну-ка, давай-ка я кое-что, ребят, посмотрю и... Блин, я не успею вызвать. И здесь тоже не успею. Ладно, ладно. Придется вот здесь вот этим отрядом играть. Ну, поехали. Так, что, мечник, ты готов? Давай, я тебя выпущу сейчас на поле боя. Ты пока иди, а мы будем с вами копить манну. Так, живет еще, пока живет. Сейчас этот полетит, ребят. Пришелец, я ведь знаю. Твою же маковку, как-то вот он меня... Давай, 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 давай. Я знаю, что ты сейчас полетишь, охламонище. Я знаю. Так, предположим, ребят, мы с вами это вот замутим маленечко. Все, 500 этого я получил. Манна, сейчас стоит только накопить. Да ну, ты издеваешься. Во, замечательно. И вот, ребята, вышла друидочка. Вышла друидочка, все отлично. Теперь давайте выпускать наших юнитов, так скажем. Нет, он все-таки похищает, да? Успевает он одного похитить у нас. Ладно, не беда. Все равно с вами здесь пройдем. Че он тут старается, пыхтит, я не знаю. У него все равно ничего не выйдет. Мы еще и отхиливаемся. Ух, вообще замечательно. Блин, куда ты рванул? Сейчас тебя... А, он тотем похитил. Вот и ладненько. Пускай он похищает лучше у нас тотемы, чем наших, как говорится, юнитов, да? Так, мы, ребята, тут пробиваемся с боем. Всех смели. Идем, где? Только не паладина. Блин, паладина. Именно паладина. Почему не тотем? Ребят, почему он не тотем захватывает? Да достала эта улитка. Серьезно вам говорю. Через каждую секунду. Ну и куда ты побежал? Куда ты там побежал-то, хламон? Я не понимаю, что сейчас было. Что он там сейчас чудит? Все, начинаем бомбить базу. Ускорения никакого у меня нету. Вот, кстати, вот это хорошо, ребята. У нас тут все тотемы. В кучу, как говорится. Так. Давай, 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 ребятули. Поднапряглись. Время есть. 27 секунд. Это критично, но мы справляемся с вами. Замечательно. Фух. Ладушки, и у нас заключительный этапчик. Здесь у нас лорд пустоты. Лорд пустоты, значит, против нас будет.
А у меня нет выбора. Мне придется опять же этим отрядом идти. Только потому, что здесь улитка. Но если я сейчас здесь сдуюсь, я возьму другой отряд. Потому что он, по-моему, ребята, здесь немножко по-другому будет работать. Он не будет вызывать, по-моему, улитку первой. Да, он сейчас копит в данный момент ману. Он, скорее всего, пришельца выпустит. Оу, щит, ты смотри, что получается. Он похищает этого. Нам придется вот так вот делать. Да, ну ты что, серьезно, что ли? Он сейчас и этого перехватит. Смотри, что получится. Ах ты, Сруль Соломонович, а? Ты смотри, что он сделал. Так, ладно, 400. 400. Улитка, блин, поганая летит. Давай вот так попробуем сделать. Попробуем с вами вот так замутить. И 500. Все, ребят, 500 маны я накопил. Только вот этого вот слизня нам еще и не хватало здесь. Сейчас, наверное, всех забомбит, да? Нет, мы с вами живем еще. Пока живем, ребятули. Поехали. Так, что там пришелец этот летит? Сейчас, наверное, похитит, да? Похитит. Да что такое? Почему с манной проблемы какие-то, перебои? Я не могу понять. Ребята, лорд пустоты собственной персоны заявился. Куда он там? А, мы его напугали. Тотем страха все-таки сделал, да, свое дело. А куда моя друидка делает? Эй! Кто? Я не понял, что случилось? Кто ее забомбил, ребят? Неужели эти слизняки? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Твою же маковку. Еще и повреждения по базе мы с вами получили. Что же он вытворяет, а? Короче, мы будем с вами переигрывать этот уровень, ну, другим обязательно отрядом. Ты посмотри, что происходит. Ты посмотри, что вытворяет он. Он вообще залютовал по-жесткому. Я не могу ничего сделать. Какой уровень здесь вообще у нашего врага? Что это за жесть такая? Я не знаю. Блин, мне здесь ничего не поможет уже. Все. Вот эти охламоны, по-моему, ребята, вообще меня напрягают. Именно вот эти вот слизни морские. Ну, тигр, бомбани. Смотри, стоит, тупит. Ты посмотри. Ну, молодец. Ты вовремя это сделал. Как раз в нужное время. Угу. Зачем? Все, ребят, сфейлились, короче. Я ускоряюсь. Я не буду здесь тратить на это время. Сколько зато дают нам карточек на этого, да? На жабу с молотом. Как будто мне они нужны сейчас. Так, ладно, атакуем. Атакуем. Так, давай вызовем, наверное, с вами. А что мы? А толку-то от нее, да? Ну, вызвали. Если только так, для галочки, что мы его якобы прошли, отомстили и получить нам дополнительные деньги и опыт. Ну, давайте сделаем так уж и быть. Ну, давай, бомби, бомби. Ну, что ты... Я не могу, меня напрягает это все, ребят, серьезно говорю. Жесть какая-то. Конечно, продолжить, ё-моё. Нет, 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 я никуда не пойду. Я никуда не пойду до тех пор, пока я не отыграю эту роль. Мне это нужно сделать в обязательном порядке. Поехали, будем пробовать вот этим отрядом. Я думаю, что здесь у нас все хорошо получится. Так, кого он там будет вызывать? А, он, по-моему, вызовет сейчас пришельца в первую очередь, который пролетит здесь. А, нет, он сейчас будет, знаете, что делать? Вызывать пришельца и сразу же... Угу. И вы сразу же поняли, по-моему. Смотрите, как это будет все выглядеть. Да-да, именно вот таким вот макаром все это и будет выглядеть. Тыч, готовщинка, хламон. Так, жаба с молотом. Я надеюсь, ребята, мне хватит сил и скорости быстренько призвать. Поехали. Так. И что, и все? Эй, 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 хорош, улитка. Дурковать-то не надо так сильно-то. Ты разогнался куда. Так, ага. Слизень этот, блин. На-ка, получил свое. Я вообще-то, ребята, жду, когда мне вызвать друидку надо. Ну вот, видите, лорд пустоты собственной персоны прибыл. Ну, твою ж физиономию-то, а. Так, отдай сюда энергию и начинаем, ребят, бомбить. Хоп, хоп. Кого ты хопкаешь-то? Чтоб тебя, чтоб тебя, а. Иди ты. Давай, 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 давай. Лорда пустоту, лорда пустоту. Есть. Накрыли мы его медным тазиком, ребята. Пускай знает свое место, охламонище. Так, давай, поехали. Нам пофиг, пускай забирает этого зомби. Нам все равно на него, нам не жалко, так сказать.
И должны с вами быстренько продвигаться к базе. Я еще, ребята, ульту сейчас применю. Опа-на, опа. Да, она практически в холостую у меня сработала, ну ладно. Так, давай, родные мои, бомбим базу. Потому что 46 секунд, 45 уже. Фу, наверное, все-таки я могу расслабиться, да, маленечко. Дай сюда монетку. Да, ребят, отлично, все получилось, все хорошо. Мы с вами прошли и этап этот, и полностью этот портал мы с вами прошли. Вот давайте посмотрим, что у нас здесь выпадет. Ну ладно, годно, ничего не буду сказать против. Ребят, это я так долго зависал вот на этом уровне, что подумал, что мы достаточно долго с вами играем. Ага, а на самом-то деле облом, потому что еще база роботов. Как же я мог про нее забыть? И вот, 97 уровень против 91-го. Угу. Как мы будем сейчас играть? Я ума не приложу. Ну, будем. Так, значит, здесь щитобот и БФГ. Поехали. Щитобот и БФГ. 97 уровень против 91-го. Повторю вам, ребята, чтобы вы ничего не подумали, что мы тут нубим или еще чем-то. На самом деле все будет очень и очень сложно. Поехали. Сейчас, конечно же, будет у меня по полной программе. Оу, и с БФГ это, конечно, будет по полной программе проигрывать. И единственное, что мы можем с вами, знаете, что попробовать замутить. Попытаемся, давай, так вот сделать. Естественно, нам нужно все это дело прикрыть. Ну, говорю, прикрыть. Вот. И фаербол, конечно же, ребят, вдогоночку. Бомс. Если бы он еще попадал бы, идеально. Было бы... Цены бы ему не было, ребят. Вот что я вам хотел сказать. Давай-ка летучку сюда призовем. Ну, я думаю, что мы здесь с вами все-таки сможем выиграть. Естественно, супер луч от БФГ. Как же без него? Без него никак, абсолютно. И вот это вот меня раздражает. Почему у него офигенная такая скорость по вызову монстров? Мне почему-то кажется, намного все дольше это происходит. Откаты вот эти вот, да? Ладно, давай еще один фаербол сделаем. Надоели они уже мне тут изрядно, если честно. Так, летучки, вы что, не справляете? Нет, ну щитобот, конечно, крепок. Очень крепок, тут ничего не могу сказать. Он стоит, он держит превосходно удар. Так, замечательно. Давайте базу. Мне главное, чтобы вы бомбили базу. Остальное как бы меня не волнует, если честно. Ну что, наверное, сейчас еще один марш-бросок и все. Так, замечательно. И добивочный давайте делать, я фаерболом запущу. Вот так. Фу, потому что слишком много ему мне потрепало, ребят, нервов. Так, мы переходим с вами на второй этапчик. Здесь прибавляется, ё-моё, молотильщик собственной персоны. Молотильщик, но он силен. Он, по-моему, моего голема распиливает. Причем довольно быстро. Но у нас есть вот такой вот отряд. Вся надежда на Рунина, опять же. Посмотрим. Если мы сможем устоять, то будет классно все. Так, Рунин, ты, главное, не дуркуй, пожалуйста. Делай все как надо, хорошо? И, кстати, он меня послушался, ребята. Он делает очень замечательные вещи. Вот это имба. Вот это я понимаю, Ронин. Да, БФГшку смел. Этого смел. Так, вот здесь уже будет намного все сложнее. Хотя, да нет, вроде бы. Нормуль. Твою ж маковку, что ж ты творишь? Упырь, что ты творишь? Я тебя Блин, молотильщик. Вот зачем ты здесь нам нужен? Скажи мне, пожалуйста. Все, ребята, я, кажется, вспомнил, чего нам не хватает. Вот чего нам не хватает. Конечно же, всадника на журавле. Всадника на журавле нам и не хватало. Вот она, имба пошла. Так, ладно. Это терпимо все. Это все терпимо. Я тоже тогда призову, раз такой ты охламон делаешь такие вещи. Ульта. Зарядка. Бам. Вот она. Благодать где. Вот, давайте вместе, БФГшки, поработайте, пожалуйста, на мое благо. Ты куда? Погоди, ребят, что он там делает? Как вот это получается у него, а? Перелетает на мою сторону, да, потом отходит и идет на мою базу. Офигеть просто-напросто. Ураганчик. А, нам не понадобился он. Я пока там с БФГшкой смотрел на нее, как он там действует. Мы уже и базу разбомбили, отлично. Так, здесь... бомбер. Но 99 уровня. Бомбер 99 уровня. Ничего лучше не придумаешь. Ладно, ребята, мы будем проходить вот этим отрядом. Тяжело, сложно. Бомбер
Причем такого уровня, наверное, будет любого противника моего просто сносить в хлам. Ух, не ж дыхание сперло ё-моё. Только от одной мысли, что он сейчас будет вытворять здесь. Так, молотильщик. А, молотильщика здесь нет, так что пши, пускай он пролетает здесь, как этот, как фанера над Москвой. Лети, лети, птичка моя, лети. Я вот так вот вызову всадника на журавле. Бим, 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 бим. Не вышло, да, ничего? Ладно, хорошо. Предположим. А ульта? Ульта сработает? Сработала. Подальше. Щит потерял. Эй, щитоботец, ты щит потерял свой. Олух. Ой-ой-ой, он еще, ребята, и станет, оказывается, да? Ладно, предположим. Так, ты что делаешь, БФГ? Ну, не получилось у него, ребята. А что ты? Ведьма замерла. Что-то тут, ребята, не то с игрой. Какие-то у моих бойцов глюки, лаги, как их назвать, не знаю. Так, минус. Давай вот эти все БФГшки снеси еще, пожалуйста, мне, и будет вообще красота. Ой, четенько-то как все, а. Как все, ребята, четенько у нас выходит. Бамс. Бумс. Вообще зергут. Так, а, тут два щитобота, да, стоит. Ладно. Так, блин, что ж ты будешь делать-то? Ведьма, ты... Я же знаю, что у тебя урон колоссальный. В чем проблема, а? Неужели не справляемся? Ребят, неужели не справляемся, а? Серьезно. Так, ну-ка давай заморозку и лупить его, лупить. Конечно же, лупить надо в первую очередь. Так, разнесли, ладно. Ты посмотри, он просто одного за другим выставляет. Щитобот просто, знаешь, как будто вечный, неумираемый. Я даже не вижу... Он не может с таким быстрым откатом быть. Харизма. Какая тут харизма, елки-палки? Тут надо... Я не знаю, как это назвать. Ну, точно не харизма, ребят. Ну, что это? Что это такое? Забомбим? Я уже помог ультой даже. Все, отлично. Фух. Блин, хоть передышку делай. Хоть иди за стаканом кофе, я не знаю. Так. Здесь... А здесь еще и прибавляется хилбот. Угу. Именно хилбот мне здесь только и нужен был. Ладно, я попробую вот этим, ребят, отрядом. Потому что вся надежда на баллисту — то, что он будет подбивать все-таки стоящего сзади хилбота, и те будут падать. Ну, БФГшка, вы знаете, если она сделает свой лазер вот этот вот на весь экран, то баллиста моя будет там падать, рассыпаться. Ух-ух-ух. Да ладно, черт подери, ребят. Я не помню, с плюшки сможем их? Сейчас проверим. Хватит ли нам одной вот этой вертушки? Так, хорошо, здесь хватает. Ладно, ну хоть здесь что-то нас, ребята, выручит. И смотрите, вот чего я и боялся. Ну-ка, опа. Туда, 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 пожалуйста, подвигайтесь туда. Ну, да вот, вот, вот о чем я вам только что, ребята, говорил. Ты видел, что сейчас получилось? И вот начинается вот это вот БФГ компостировать нам мозг просто, выносить. Именно своим вот этим вот лучом. Ну и, конечно же, там этот Дуримар будет хилять сейчас. Отлично просто. Просто замечательно. Что я могу сказать еще по этому поводу? Ну, ладно, предположим. Фаербол. Вот так. Блин, там сзади уже, ребята, два хилбота стоит. Это полный отхил просто-напросто пойдет. Не выйдет ни шиша у меня. Поэтому отряд этот, ребят, сразу убираем отсюда. Не вариант. Я проигрываю. Целенаправленно. Тут даже бороться бесполезно. И гемы я тоже не буду здесь тратить. Просто возьму тот отряд, наш маленький, имбовый, и будем разбираться уже с ним совсем по-другому. Раз он не понимает по-хорошему. Так, квесты тут еще у нас завершены. Ну, как классно. Уже почти, ребята, 300 гемов мы заработали. Так, в магазинчик можно забежать нам, а? Давай-ка глянем. Пиц. Мы можем сегодня получить с вами 92 уровень, я вам хочу сказать. И у нас, ребята, вся энергия восстановится, и нам можно будет еще. Но это будет такая длиннющая серия. Я хоть тот отряд взял? Спешу опять. Я просто сейчас поспешил. По-моему, тот. Ага, все, отлично. Так, поехали. Будем готовы ко всему. Выходит, да? Выходит. Точнее, даже вышел, так скажем, аглоед. Ну, этого мы сейчас, ребят, накажем. Никуда он не денется. Так, минусанули. Печально, конечно, все вышло. Ну ладно, давай так сделаем. Так, ульта, 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 ульта. Ну,
Ну что ты так долго там копишься-то? Я вот не понимаю, почему так долго копишься? Давай, 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 наказывай, наказывай их всех, пожалуйста. Да как они меня вот могут притеснять-то так? С такой скоростью-то, а? Как? Не, ребят. И, по-моему, тут фейл будет, а? Да, тут фейл по-любому. Я офигею, ну этот 99 уровень, это, конечно, жесть. Это о многом чем говорит, ребят. Но я не могу справиться с ними. У меня даже ульта не проходит здесь, понимаешь? Она не успевает их убить. Даже красным лучом. Красный луч считался здесь максимальным. Ё-моё. Ладно, не будем. Или будем? Нет, не будем уже, ребят, все уже. Фейл так фейл. Блин, что ж тогда делать? Неужели отряд друидки, а, брать? Поехали. Выбор невелик у нас. Черт подери. Все вот в этих холмонах заключается. Слушай, может быть, нам здесь с вами взять... Погоди-ка, а как я буду сейчас контрить, извините меня, вот этого молотильщика? Нет, не вариант, ребят, это не получится. Твою же маковку, вот попали, а. Блин. Ладно, давай еще раз попробуем. Я не знаю, это очень сложно на самом деле. Это очень и очень сложно. Я рассчитывал на ведьму, я даже ведьму, ребят, не успел призвать, ты понимаешь? Ну вот, идет. Естественно, он идет, конечно, он идет. И еще следом молотильщик. Я попробую вот так сделать. Что тут из этого получится? Давай так сделаем. Видишь, как он так делает? Ребят, ну как, я не могу... А, все, я понял, я понял. Он выпустил... Да ты погибнешь или нет, а? Ну, есть, хотя бы вот так вот сделаем. Попробуем, ребята. Мне нужна ведьма. Заморозка! Подожди, подожди, подожди. Рано радоваться, я... Я как бы... Что творит, а? Ронин, давай, молодец, хоть выбежал. Хоть когда-то он успел выбежать. Так, ладно, сделаем такой. Как говорится, обменчик. Так. Вот моя БФГХ идет как в штаны наложивший. У него, смотри, какие бодренькие. Хоп-хоп-хоп. Все четенько, да? Вот, отражение. Все вообще классно. И опять они меня притесняют. Ну как он столько наплодил вот этих хламов? Я не врублюсь. Как он может это делать? Вот эту вот армию, как тут ее победить? Ты посмотри. Куча БФГ, сейчас он выставит... Давай ульту, ульту. Так, минус, минус, минус. Минус, нет, не минус, ребята. Вот так. Давай мы их всех отсюда уберем. Туда прижмем их, да? И будем уже потихонечку вот здесь, наверное, колбасить. Получится у нас расколбасить их тут. Я не удивлюсь, если сейчас циркуляра... Вот вам, ребята, и весь эпизод до копейки. Все, циркуляра вылетела, ведьмы моей не стало, а без ведьмы я не смогу здесь ничего сделать вообще. Не получается тут без ведьмы. Понимаете? Не могу. Нет, у меня терпения, ни сил не хватает, ребят. Вот на это все смотреть. Ну как? Не, ну это вообще, это бред. Ну вы сами видите, как... Как тут можно все это... У него постоянно вылетает пилы, у него постоянно все это срабатывает. Моя ульта тут вообще не может ничего пробить. Естественно, я сплавился из-за времени. А как, а другого варианта и не должно было быть. БФГшки у него постоянно... Смотри, смотри, просто бесконечная армия. Я не успел с одними справиться, как он же других посылает. Не, ребят. Фигня это все. Причем полнейшая. Ульта не срабатывает, не справляется, это не получается. И как? Никак. Тут единственный вариант нам, знаете что? Поднимать уровень. Заморозка. За всю игру мне выпала заморозка. Один лишь раз. И естественно, у этого дурачка срабатывает пила. Как же? Типа, Рэй, тебе и так все слишком легко получается. И это, да, мы тебе сейчас усложним игру, блин. Они мне усложнили, как могли. Че, я не вижу, что ли? Помните, мы раньше с вами брали
в один из отрядов для вот таких как раз уровней нашего прыгуна, который перепрыгивал, да, и бомбил вот этих всяких хилботов и так далее и тому подобное. Нам что, придется к этому вернуться, что ли? Я не знаю. Я просто другого варианта не вижу. И заметь, вот ты заметь, как он сейчас с какой активностью начинает выпускать свои отряды. Смотри, как будто у него закончилась манна, знаешь. То бесконечные шли армии, то все, теперь он притих, притух и что-то тут выжидает. Где логика? Нет ее просто-напросто, ребята, ее просто нету. Ладно, давай заколбасим ему замок. Слушай, я не знаю, что сделать. Я не знаю, что сделать. Как бы, может быть, нам попробовать уровень. Сколько у нас там денежек накопилось? Хватит ли мне, чтобы прокачать один левел? Всего лишь один левел мне нужно поднять. Ну-ка, зайдем в магазин и глянем. 54 тысячи, блин, мне 2000 не хватает. Что нам сделать тогда придется? Попыхтеть опять? Попыхтеть. Ну, видимо, придется попыхтеть. Этот отряд, ну, блин, назвать его бесполезным я не могу тоже, но... Ну, как быть-то, а? Друидка, друидка, так. Ладно, ребят, я рискну, я попробую. Может быть, все-таки у меня что-то получится. БФГ, это красота. Ладно, я буду надеяться, что мой молотильщик тоже меня не подведет и будет все-таки почаще выпускать свою циркуляру. Паладин. Паладин здесь вообще ни о чем. Не рулит здесь абсолютно. Так, воу-воу-воу-воу-воу-воу, молотильщик. Вот, летит на крыльях, блин, ночи. Ну, надеюсь, ты его с удар хоть звезданешь-то. Нет, ребят, он его даже с удара не может накрыть. Слушай, я же хотел взять этого. Твою ж маковку, опять забыл. Я хотел взять прыгуна. Ну, что такое? Что еще за фокусы там здесь? Так, давайте-ка попробуем. Может быть, все-таки у меня получится друидку-то призвать, а? Успею я. Я успел, ребят, я призвал. Давай смотреть, что у нас дальше получится. Друидка, давай быстрее, ты идешь там еле-еле. Мне нужны твои тотемы, как можно быстрее. Не только мне, но и тигру, и всем. Всем нужны. Так, есть, тотемы выставили. Хилище стоит, стоит. Но он нам мало как помогает в этом деле. Ой-ой-ой-ой, откуда? Вот, ну откуда у тебя такая армия у твоих аглоедов? Че, у него друидка что ли снесли? Да как ты можешь вот так вот делать? Я не могу, ребята, понять вот этого всего. Как? Куда моя друидка? Ну это пипец. Это просто пипец. Блин, это жесть. Это... Я не могу просто противостоять армии вот этой. Я не могу, и все. Вот как тут быть? Ну, заморозка. Ну что, заморозка, да? Ну, накрыли мы, предположим, да? 44 секунды, да? Живи и радуйся называется. 44 секунды. Как хочешь, так и играй, блин. Во-во-во-во-во. Подбили, да? Всех хилов мы подбили. Сколько... Смотри, сколько осталось у друидки здоровья после того, как у него выпало циркуляра. Ты понял? И на все про все у меня 27 секунд. Просто смачно. Просто смачковский. По-другому не назвать. 17 секунд. Что ты? Надо же, срабатывать стало. Спасибо вам за щедрость вашу, что срабатывает суперудар, блин. Смотри, сколько здоровья друидки. Сейчас вот стоит ему лучше один выпустить, и мой босс просто упадет. И друидка у меня просто рассыпется. Она стоит, она ничего не делает. Она вообще тупит, ты понимаешь? Она стояла и тупила. Просто смотрела и любовалась, блин. Как мои солдаты дерутся, не выставив ни одного тотема. Обалдеть. Вот так-то. Знаете, пожалуйста, жуйте, не обляпайтесь. Угу. Конечно, конечно. Конечно, все, все так и должно быть. Да. Естественно, тигр мой вообще ни о чем. Вообще вата, да? Мой меченосец проигрывает щитоботу. Ну почему бы нет? Все и должно быть, ребят. Закон джунглей, ё-моё. Чем выше левел, тем... Иди кури бамбук, как говорится. Но... Че, притих, что ли, нет? Такое ощущение, что он просто притих. Но нет, нифига, опять у него эта армия тут.
вылупилась. Блин, мне бы, ребят, немножечко денежек, да? Там сколько? 2000 нужно, да? И мы с вами получим уровень. Мы с вами получим уровень. Точнее, не уровень, я получу денег. Я проапаюсь, и, скорее всего, у нас будет 92-й левел. А там уже, конечно, будет нам все получше и покруче. И попроще, надеюсь. Тут буквально чуть-чуть не хватает. Ага, мы проапаемся. А своих юнитов я прокачать не смогу. Да, я не смогу прокачать своих юнитов. Обидно, досадно. Ну ладно. Сколько? 6 тысяч, да? Почти 7 мы с вами зарабатываем. И, соответственно, я попробую все-таки пойти себе, как говорится, на перерез, на перекор и проапаться. Так, где у нас... Так, смотрите, совсем чуть-чуть, да? Прикинь, не хватит денег. Есть, есть, ребятулечки. 92 уровень. Давай-ка посмотрим, сколько мне чего подкинут. Так, 138 тысяч голды, 19 гемов и энергия максималка. Отлично, красота. Значит, все-таки я смогу прапать отряд. А вот какой из этих отрядов мне прапать? Вот этот, в принципе, можно было бы. Да, я думаю, что, наверное, вот этот отрядик нам надо прапать в первую очередь. Потому что именно этим отрядом я собираюсь победить этот уровень. Модификация, интересно. Так, и ульта. Надеюсь, ульта будет срабатывать здесь отличненько просто. Хотелось бы мне в это верить. Так, 302 гемчика, ребята. Хорошо, идем. Ну что, будем пробовать? Или же нам все-таки взять вместо БФГ прыгуна? Вот что меня интересует. Или же даже прыгуна взять вместо всадник на журавле. Слушай, давай попробуем. Давай попробуем, мы с вами уберем всадник на журавле, да, и возьмем того самого родного нашего прыгуна. Хотя можно, знаете, что взять? А, призрак же у нас не прокачанный, что это я? Что это я в самом деле? Зомби, ладно, фиг с ним. Давай возьмем прыгуна. Блин, я большую ставку делаю, ребят, на прыгуна, если честно. Очень большую ставку. Если он меня подведет, это будет трындец полнейший. Поехали. Это будет полнейший фейл в этой игре, вот для меня лично. Так, давай поступим по совести, по-мудрому. Один левел, ребята, мы с вами приподняли нашим бойцам. Теперь главное, чтобы все было отлично, все хорошо. Так, поехали. Так, ага, ну вот, начинается, вы видели, да? Так, вот, прыгунчик, давай, иди, родной мой. Только быстрее, быстрее все это делай. Угу, пока хорошо. Пока, ребят, все хорошо. Но мне нужно 500 маны я накопил. Давай. Та ек просоте. Ну что ты? Что же ты делаешь, а? Сегодня будет у меня ведьма работать или нет, блин? В конце-то концов, блин. Ну, радость, выходи, все, отлично, она вышла, ребят. Ну, бомби, ведьмуля. О, ульта. Раз, два, три, блин. Что там выходит, не вижу, ни черташечки не пойму. Но я вижу, что у ведьмы очень мало здоровья. Очень, ребят, мало здоровья. О, началось. Слушай, а кто-то мне подсказал одну отдельную вещь, что типа возьми в команду хиллера. И, ребят, у меня пока нету нормального, хорошего... прокачанного хиллера, так бы, конечно, наверное, было бы как вариант. Как вариант, да, скорее всего, это могло нам очень помочь. Вы представляете, да, вот он идет, хиллер, и хиляет. Так, я пробую вот так вот сделать. Ты посмотри, что происходит. Посмотри просто, что происходит. Сейчас, если этот говнюк... Что это было? А, это мой, да, видимо? Тихо. Ведьма. Только не падай, пожалуйста. Только не падай, я тебя прошу. Времени, конечно, мало у нас. Вообще мало, ребят. Очень мало. Я применяю ульту. И что с ультой случилось? Я не могу понять, как она вообще работает. Она должна, если она убивает, например, противника, она должна сразу же... Нет, ну тут... Вы прекрасно видите. Ничего не помогает мне. Никак. Я не могу. Я не справляюсь. Я просто не выруливаю вот этот вот уровень, и все, и... Бесполезно. Это бесполезно, ребят. Время 4 секунды. Бред, просто бред.
именно бред. Знаешь почему? Потому что ты посмотри, какая у него армия. У него, знаешь, такое ощущение, что нету промежутков просто-напросто. Они идут как эти, как аглоеды, ё-моё. Как будто он каждую секунду их просто-напросто плодит. Не, фигня. Это все фигня. Тут даже хилбот не при делах. Просто не при делах, ребят. Да, конечно. Офигеть просто. Просто офигеть, ребят. Да, прыгун, конечно, ты молодец. Все хорошо у тебя, но это нам не поможет с тобой. Здесь этот вариант нам с тобой просто не поможет. Ни прыгун, ни летун, не знаю. Летун. Если бы не БФГ. Хотя, почему? Летун бы, может быть, даже и помог бы нам здесь. Ну, БФГ, ребята, ну, БФГ. Ну, как? Как нам быть? Взять, например, целую кучу летунов, да? Чтобы вот этот вот паршивый молотильщик не смог уничтожать наши отряды. Если только так делать. Слушай, ну как вариант, можно было бы попробовать, да? Взять, например, в один отряд это и чумную мышь, например, да? И всадника на журавле. Это, наверное, будет намного эффективнее, чем вот это вот БФГ. Давай попробуем, а? Давай попробуем. А там уже, как говорится, будет видно. Я возьму, короче, сюда чумную мышь и возьму... Возьму, наверное... Блин, а кого я возьму-то еще? Давай, убираем, короче, отсюда БФГ прыгуна и берем с вами... Всадник на журавле вместе с... Чумная мышь у нас в другом отряде, естественно, да? Лучника, я думаю, тоже нет смысла здесь брать. Слушай, а некро? А, ну некро будет погибать, если циркуляра будет... А, у нас грифон же есть! У нас есть с вами грифон. Если мы возьмем грифона и чумную мышь... Просто почему чумную именно хочу мышь, ребята? Потому что у нее есть кислота. То есть она может выпустить кислотную лужу, и, соответственно, враг на ней будет получать урон. А урон нам очень нужен для тех же самых вот молотильщиков. Потому что молотильщики сами по себе слабы. Так, уберем отсюда, короче, мы с вами тигра. И... Так, где у меня чумные мыши? Вот они, чумные мыши. И давай возьмем вот сюда вот чумную мышь. Да. Вместо Ронина, конечно, можно было бы взять тигра. Вместо Ронина взять тигра. Хм. Блин, тогда у меня такая колода будет очень, знаешь, такая тяжелая, я скажу. Ну ладно, я попробую все-таки. Я попробую. Вот. Не знаю, ребят, что у меня. Блин, тут еще и... Что у нас из этого выйдет? Не знаю, но пытаться как-то надо выиграть этот уровень. Что это за фигня такая получится? Поехали. Естественно, ребят, будем сейчас... всю игру на маге рыцари мы не проиграем, но надеюсь, что тигр, да и остальные меня подводить не будут. Так. Попробуем, попробуем. Сейчас все посмотрим, как у нас это пойдет дело. Ага, идет, идет Аглоедыч. Давай, 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 подходи. Сейчас от тигра-то ты получишь сразу же свое. Почему тигр получает очень много, ребята? Да что? А, ну естественно, он же выпустил свою пилу циркулярную. Ну конечно же, как по-другому-то, по-другому-то никак. Ребят, погнали, ульту я запускаю. Хоп, хоп. И она все равно почему-то меня, ребят, подводит. Ульта. Так, смотри-ка. Смотри-ка, что получается, ребят. Смотри-ка, что у нас тут получается. Слушай, слушай, слушай. Может быть, вдруг все-таки что-то у нас сейчас выгорит? Прикинь, если выгорит, ребят. Смотри, как БФГ. Ох, как отлично у меня эти летуны мои справляются. Просто шик да блеск. У меня просто нет слов на то, как они себя ведут великолепно. Ну, а эту БФГ кто будет... Во, молодцы. Так, ускоряемся. Моя ведьма прибежала на помощь. Только не говорите, что у нас все получится сейчас. Слушай, а ведь это все к этому идет. Посмотри.
Я не ожидал просто обалденного эффекта от своих летающих юнитов. И все ведь получилось. А здесь я боюсь даже представить, что будет. О, ну, босс меня не пугает, если честно. Это у нас ядер-бот, ядерный робот. Он меня не пугает. Меня пугает вот больше вот это вот все остальное. Хм. Поехали, посмотрим. Очень будет интересно проверить, кто кого на что способен. Да, но вы сами прекрасно понимаете, у меня, ребята, полный передел в моих отрядах. Полностью я переделал. Я то есть имбу, грубо говоря, сложил сюда. Даже не то, что имбу. Такие юниты, за счет которых мы обычно с вами всю игру и держим. Так, летуна. Я возьму, наверное, сейчас чумную летучую мышь. Хотя мне надо было, блин, наверное, ведьму быстрее взять. Точнее, не взять, а успеть прокачать до ведьмы. Ой-ой-ой-ой-ой, начинает, смотри. Ульта поехала. Раз. Так, два. Чуть-чуть не хватит. Нет, хватило. Хватило нам всего. Дай сюда. Блин, не успел опыт поднять. Ведьма, ты где? Ты у меня там. Нормуль. Ладно, хорошо. Давай заплевывай тут всех. Так, я еще чумную мышь, ребята, одну призвал. И хочу попробовать сейчас призвать еще грифона. Вот я вызвал грифона. Это мне плевать, что этот бо... Вот, ребятушки, и собственно персонный ядербот вышел. Ну да, такой, знаешь, довольно хитрый. Тигр. Ну, урон. О, тигр, кстати, смотри, сколько тигр наносит урона. Или это ведьма еще помогает ему. Не знаю, ребят, но в любом случае он сейчас пухнет. Он ничего не сделает, все. Он там забухтел что-то. Так, и давай я еще одну, ребята, грифоночку призову. Сейчас мы, по-моему, здесь с вами вообще великолепно пройдем все это дело. Так, расстрел. Я вызываю еще рыцаря-мага. И смотрите, что происходит, ребят. Вот как надо было делать команду. Ну, кто же знал? Кто же мог подумать, что вот так вот надо все это сделать? Сундук робота. Давай, открывай, показывай мне. Ладно, фиг с ним, сгодится. И забираем, ребята, здесь. Опять ядербот здесь, а? Вот дед, я понимаю. И толкатель. Да-да, именно толкатель. Ребята, 77-й портал нас встречает. Нас встречает. И первое, что мы встречаем, это Терракотовую долину. Плюс у нас долина подданных. Опять же, роботы, захватчики и подданные. Здесь у нас, ребята, две фракции будут повторяющиеся. Это подданные. Ну, надеюсь, это без воришки вот этого, который разбойник там. Так, ну что, нам надо с вами как-то обратно все это дело расставлять, потому что я все свои команды просто-напросто переделал, перепутал, и надо теперь вспоминать, где кто стоял. Или же можно было бы закруглиться. Так, здесь у нас не хватает... Так, подожди, дай-ка я прапаю. Здесь у нас не хватает... Ага. Так, секундочку. Так, грифон, тебя мы убираем отсюда. Так, здесь у нас тигра не было. Здесь у нас был Ронин. У нас здесь был Ронин и... Черт, что же с памятью моей-то стало? Почему я стал все забывать? Ладно, мы поставим сюда... БФГ. Так. А вот в этом отряде у меня... Как раз-то... Всадник был на журавле. И... А, и замок, ребята. А что это? А почему у меня замок отсюда убрат? С чего это вдруг? Так, замок мы с вами вернули. Так, теперь надо сюда вернуть. Кто же у нас тут был? А? Кто же у нас тут был? У нас тут, по-моему, ребята, был... Вот. Нет, грифон не здесь был, но все равно я его, наверное, вот сюда возьму. Так, и поехали. Значит, карта Терракотовой долины. И начнем мы, наверное... А чё мы смеемся-то? Нет, не буду я с этого отряда. С этого, наверное, тоже пока не буду. Давай вот с этого. Ниндзя. Ниндзя, конечно, да. Та еще штука-дрюка. Сейчас ведь побежит сервоза. Серьезно тебе говорю, побежит. Ага, вот так даже.
Даже вот так он начал. Ладно, давай. Ну вот, вот, началось, началось. Сейчас очень быстро они меня, ребята, запинают мой отряд. Но могу так сделать, попробовать. Ту-душ. Естественно, ребят, естественно, она отлетела фиг знает там куда. Для чего, непонятно. Этот в истерике. Мы вот так вот с вами сделаем. Так, погоди, давай еще одно вот так. Сколько он долго там махал, ребят, вы заметили? Своим этим мечом. Угу, ладно, сейчас у меня откатится, ребята, еще один из баллистов. Вызываем. Чик-чик-чик, ниндзя готова. Ну, слушай, ну здесь попроще. Здесь и уровень-то, по-моему, наверное, маленький, да, у этих бойцов-то вражеских. Потому что мы только начали, да, скорее всего, из-за этого тут мы с вами легко и проходим. Но я знаю, что здесь, наверное, босс будет, скорее всего, кто? Естественно, Ветродуй. У Таракоши, по-моему, именно Ветродуй. Так, а здесь храмовый пес. Ну да, смотрите, 94-93 уровень. То есть практически как и я. Ладно, поехали. Энергии у нас еще здесь хватает, так что будем бомбить. Так. 200. А, храмовый пес, конечно же. Конечно же, храмовый пес. Но он начинает не с него. Он начинает вот сейчас с него, да? Он хочет, наверное, меня пужануть. Ну, нифига у него не получится, по ходу дела. Ну, сейчас ниндзя же еще выбежит. Так, нужно баллисту призвать. Ну, вот и ниндзя появилась. И не запылилась. Слушай, ну ниндзя ватная. Вот для нас она сейчас ватная. Никакого такого дамага она не наносит. Ну, страшного там, смертельного. А баллиста моя валит его буквально с двух выстрелов. Давай, разнесем базу. В хламину, так сказать, да? Баллиста, давай еще выходи. Так, карточку на ниндзю. Это хорошо, кстати. Фаербол успею, нет? Наверное, не успею. До кучи туда пульнуть. А вообще-то успеваю. Вот так-то. И деньги забираю. Ну что, вот начало мне нравится. Начало у нас довольно хорошее началось. Так, и даже несмотря на то, что здесь прибавляется черепаха тортила, нам все равно плевать. Квест завершен. Что-то я сегодня очень много квестов позавершал, да? Всякие тактики, финактики. Так. Подожди. Ну, понятно, понятно. Я понял, что ты вышел тут довольный. Давай мы сделаем так и будем прикрывать сейчас. Ну, ё-моёшечки, а. Слушай, я даже, ребята, здесь почему-то не использую грифона. Может быть, я без него здесь обойдусь? Смотри, с двух выстрелов мы сносим. Отлично. Теперь я попробую призвать еще... не получится, ребят. Грифона не получится призвать. Потому что он дорого стоит. Он дорогой юнит, на самом деле. 325 манны. Не кисло, да? Для птички. Ну-кася. Давай. Расстреливаем этих аглоедов. Обожаю. Смотри, вот у грифона волна, да? Бомс. Бомбит так, не кисленько. Не, ну баллиста все равно круче. Как ни крути. Баллиста круче. Слушай, успокойся ты там, а? Давай, родные мои. Ну, баллисточки. Ускорение. Так. Блин, я уже обрадовался, думал, сейчас забомбим. Нет, не успели как. Ниндзя сейчас каек. Ну, расстреливаем. Мы базу снесем ему быстрее, наверное, да, сейчас? Да, так получается. Ух. Ладушки, предпоследняя у нас, ребята, карта. И у меня здесь последняя энергия на этом отряде. Хм. Погоди-ка. Здесь копейщик. Ага, там копейщик. Это значит, что получается? Что нам нужен вот... Погоди-ка секунду. Не понял я. А где мой родной... А, вот он. Я уж думал, я его потерял. Конечно же, нам нужен здесь черный мечник, чтобы он сдерживал копейщиков. Вот атаки. Вот, видите, что происходит. Я же все это помню, ё-моё. Я же это все помню. Хуё, давай, где ты там, самураюшка? Так, самурай идет. Костями, так сказать, трясет. Блин, а вот это я, конечно, зря сейчас, по-моему... По-моему, я это сделал зря. Да? Я зря это сделал, потому что мы сейчас с вами, по-моему, отгребем. А ну-ка.
Владимир, ты справишься здесь один? Я думаю, что... А, он не один. Он, ребята, был не один у меня там. Блин, ты горелый, а? Зачем я в этот всадник на журавле вызываю? Я не понимаю этого. Зачем я это делаю? Он бесполезен здесь. Ну, что, уже не можем справиться, что ли? Ё-просте. Давай вот так попробуем помочь нашим бедолагам. Я смотрю, они там просто уже захлебываются в крови. Так. Отбросили. Ну, друидушка, давай, не подведи меня, радость. Ну, я жду тебя, жду, жду, милая. Вот, вышла. Ну, все, я думаю, что теперь, ребята, у нас дела пойдут в гору. Пойдут дела у нас с вами в гору. Так, забомбили. Он не психует, кстати. Все отлично. Ну, молотильщик, ты просто крут. Одного подрезал, второго подрезал. Молодец. И не погиб еще даже при этом. Ха. Что это с вами, родные мои, случилось-то, а? Вдохновение на вас нашло, что ли? Ух. Да, ребят, я прошел этот этапчик. И мы переходим на заключительный этап. И, ну, естественно, ну как, ну кто бы мог сомневаться, что здесь будет не ветродуй. Естественно, естественно, ветродуй. Как же тут без него? Ну я вот, единственное, что... Хм. Ладно. Давай попробуем. Друидка против ветродуя, собственной персоны. Даже если он будет, ребят, сдувать нас вместе с тотемами. А вы знаете, что тотемы там есть и отхиливающие, и такие сики. Это нам даже выгодно будет. Так что я сейчас подготовлюсь. Ну, давай, 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 иди. Я против тебя сейчас выставлю вот. Блин, храмовый пес бежит. А мы вот так его обхитрим маленечко, ребят. Жик! И нет никакого храмового пса. Будем сейчас с вами... Кто там бежит? Ну, естественно, ниндзя. Так, мы сейчас будем с вами вызывать... Блин, этот... Нытик, блин, начал своим тесаком махать там. Хильте, хильте мне этого. Нет, не стали они хилить. Они стали хилить. Ох, понеслась. Пошла жара. Давай так сделаем. Так, минусанули, отлично. Давай еще одного паудина призовем. Так, черепаха там что-то... Угу, вот, ребятушки, и вышел наш дружок, так скажем. А где тотемы? Я не вижу тотемов, ребят. Друидка, ты уснула? Так, отлично. Ты уснула у меня, лечу? Где твои тотемы, родная моя? Вот они. Я вижу теперь их. Вот, вот, давай, 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 давай. Все, все... А, нет. Слушай, а тотемы-то он не сдувает? А вот что я тебе скажу. Хм. Странно, 59 секунд. Да что ты будешь... А, давай-ка вот так делаем. Есть. Накрылся он медным тазиком. Паршивчика такие. Ну вот и все. В принципе, песенка спета. Вражеская, да? И мы с вами разберем сейчас замок. Я даже попонтуюсь вот таким образом. Я вызвал себе вторую друидку. Ну, просто так, для понта. Ух, да, ребята, сложно, у меня аж голова разболелась, вот серьезно вам говорю. Так, ну что же, нормуль. Фух, и давайте, наверное, мы с вами все-таки будем закругляться. Я, конечно, понимаю, что я не всю энергию потратил. Надо пойти попить кофейку, немножко отдохнуть, ну, сами понимаете, все дела, да? Ну, а мы, конечно же, с вами не прощаемся, мы обязательно увидимся в следующей серии и будем продолжить бомбить наших врагов. Так что всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков. Heading to Vegas in my blue striped car. She's riding shotgun and she looks like a star. Yeah, she's got the style that makes you think she's made out of gold. She says she likes it better when we go off-road. Yeah. I'm gonna make it worth your while. I'm gonna make it worth your time. Gonna make it worth your while. When she's with me, we're like superstars. Windows roll down, radio on. I think we could go far. We don't need money. We can skip that part. All I want is her to be with me. She's got a ticket to my heart.